Чтобы кого-то подбодрить. Господин, купите последнюю газету. Конечно. Смышленый юноша приглашается в качестве компаньона к пожилому джентльмену. Обращаться к господину Гудли, Тупиковая улица, дом 88. Здорово! Я обращусь немедленно. Алекс клюнул на это. Я скоро заполучу его волшебную сумку. Номер 88. Вот он. И входите, входите. Славный парень. Ты откликнулся на мое объявление. Мне бы хотелось поработать для вас, господин Гудли. Позвольте мне показать вам несколько фокусов с моей волшебной сумкой. Ай! Она исчезла! Эй! Вернись! Господин Гудли, с вами все в порядке! Ой! Ой! Они все похожи на мою! Которая из них настоящая! Ой, эй, эй, эй. О, надо соблюдать осторожность! Эх, вот это да! Где же вы, господин Гудли? Господин Гудли, с вами все в порядке. Ой, это подделка. Ну и запутался же Феликс. Он никогда не вернется за своей волшебной сумкой. Полицейский, мне нужна помощь. Что угодно, приятель. Что-то странное происходит в доме 88 по Тупиковой улице. У меня украли сумку. Здесь нет этого дома. Давай проваливай. Все исчезло. Дом, господин Гудли, моя волшебная сумка. Феликс все больше и больше запутывается. Но я знаю, что здесь был дом. О. Я же говорил, что здесь был дом. Ай! Я уменьшаюсь, я становлюсь все меньше и меньше и меньше. Как бы мне хотелось иметь мою волшебную сумку. Ты не получишь свою волшебную сумку, она будет у меня. Что со мной происходит, профессор? Посмотрим, как ты будешь выглядеть после воздействия моей машины по производству мух. Отлично. Ты теперь не больше мухи. А я достану мухобойку. Мухобойку? Надо исчезать. Веревка. Нет, нитка. Веселящий газ. Ну, а теперь займемся Феликсом. Ой, его нет. Куда он мог подеваться? Надо перевернуть здесь все вверх дном. Этот веселящий газ начинает действовать. Эй, а что это я смеюсь? Веселя...
открыть. Вот так-то. Интересно, а где Феликс? Он не будет искать меня на бухобойке. Я положу эту липкую бумагу для мух. Я поймаю Феликса, и он прилипнет. Как это произошло? Иди проверь, в порядке ли волшебная сумка. Хорошая мысль. Рад, что я подумал об этом. А похоже на ту самую. Ай! Надо бы поскорее найти ее. Вот она. Интересно, что внутри. Вернулся к нормальной величине. Феликс! Прощайте, профессор! О, боже! Хотелось бы и мне посмеяться! Ха-ха-ха!